Мубжек только перешел на весенне-летнее содержание дорог, как в Тверь вернула зима. Если во вторник в областном центре погода стояла сравнительно теплая для февраля, солнечная, а главное безснежная, то в среду она сменилась обильными осадками и сильной гололедицей с утра. Как скорректировала работу муниципальное предприятие, насколько оперативно это получилось, выяснила наша съемочная группа. Утро среды. Дороги Твери заметены снегом, машины буксуют, многих заносят на поворотах. Все потому, что в Твери вновь вернулась зима, а точнее выпал снег. Тротуары, проезжая часть покрыты льдом. МБЖЭК предупредил, что перешел на весенне-летнее содержание дорог. Раньше работы осуществлялись в апреле, успели кое-где убрать смет. Уборка смета начинается с дорог, где быстрее всего сходит снег и лед, лежащий в прилотковой части. Например, набережной реки Лазури, улица Туполева. В рамках данных работ проводится механизированная и ручная уборка грязи, так называемого смета, с прилотковой части дорог. Очищается бордюрный камень. Но как звучит известная поговорка «поспешишь, людей насмешишь». Так и произошло в случае с работы муниципального предприятия. Если 25 февраля сотрудники начали убирать смет с набережной Лазури, то на следующий день им пришлось вновь убирать дороги от снега и обрабатывать проезжую часть противогололедной смесью. В город выехала специализированная техника. В утренние часы с момента начала снегопада техника МУБЖЭК начала работы по уборке города. В первую очередь были организованы работы по обработке магистральных улиц с противогололедными материалами. Но поскольку в дневное время в городе наблюдается интенсивный транспортный поток, то основной упор на уборку города будет сделан в ночное время. Соответственно, будут производиться работы по механизированной очистке от снега автомобильных дорог, а также работы по уборке тротуаров. В ближайшие дни в Твери продолжит идти снег, а ночью будет немного подмораживать, сообщают синоптики. Поэтому и водителям, и пешеходам, особенно с утра, стоит быть более внимательными. На дорогах города сохранится гололедица. А безопасность горожан сейчас напрямую будет зависеть от содержания улично-дорожной сети Твери. Будем надеяться, что оно будет осуществляться в соответствии с погодными условиями и останется зимним, а не весенне-летним.